Первый торговый день недели. Евро-доллар провел в довольно узком ценовом диапазоне. Позитивные данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности различных стран еврозоны оказали паре временную поддержку, позволив ей добраться до промежуточного максимума 1.3518. Особенно порадовала Испания, где индекс вырос выше прогноза до 52,2 пунктов, удерживаясь выше ключевой 50-пунктовой отметки второй месяц подряд. Однако итальянские показатели разочаровали, подтверждая, что стабилизация экономики в регионе проходит неравномерно. Евро-доллар на этом фоне вновь вернулся в азиатский диапазон. Однако слабые данные американской статистики, где индекс деловой активности в промышленном секторе экономики неожиданно упал до 51,3 с 56,5% в декабре, поддержали быков по евро, позволив им поднять курс единой валюты до ценового уровня 1.3535, где рост пары благополучно завершился вблизи достигнутого максимума. В нашем прогнозе на вторник предполагаем краткосрочный коррекционный подъем пары в ценовую зону 1.3557, 1.3590, а затем возобновление снижения единой европейской валюты к целевым уровням 1.35, 1.3470 и 1.3450.